В этот день комиссия рассмотрела два протокола. Они были составлены за нарушение тишины в ночное время. В соответствии со статьей 27 областного закона об административных правонарушениях, нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В процессе заседания административной комиссии по первому протоколу дело производства перенесено на 14 августа в связи с неявкой нарушителя. По другому протоколу с возмутителем спокойствия побеседовали и вынесли предупреждение. Уважаемые жители и гости города, просим не совершать административных правонарушений, так как штрафы за это не маленькие.